Всем зрителям канала Уральская усадьба привет! Сегодня у нас 27 июня 2017 года. Погода опять не самая летная. И мы построили павильон. Это получается у нас закрытый навес над бассейном. Павильон имеет размеры ширина 4 метра, длина 8 метров. И 6 метров основная секция. То есть получается основной павильон 4х6 и плюс к нему пристрой идет 2-метровый. То есть просто арки без торца. Павильон у нас сделан из профильной трубы 20х40, подпирающие арки 20х20, арки сделаны в виде фирм. Покраска полимерно-порошковым способом, цвет темно-синий. Поликарбонат также использовали синего цвета. Стены, торцы и, назовем его, предбанник зашиты синим поликарбонатом. Крыша в основном отсеке зашита прозрачным поликарбонатом. Весь поликарбонат 4 мм, 0,8 плотность. Конструкция стоит на бетонном основании, закреплена с помощью анкеров к бетону. Также у нас в конструкции есть две коньковые фрамуги, одна с ручным приводом, другая с системой термоприводов. В торце установлена двойная дверь. То есть две небольшие распашные двери. В другом торце у нас форточки. При открытии все фиксируется крючками. Также имеются диагональные укосинки. 4 штуки на всю конструкцию. Вот так вот это все выглядит у нас. Все торцы поликарбоната защищены торцевым профилем. Также установлен резиновый торцевой уплотнитель по периметру торцов. Ну вот на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте свои вопросы, пишите комментарии. Всем пока!